Поддержка предпринимателей, реализация проектов и идей бизнеса – приоритетные задачи для торгово-промышленной палаты городского округа Щелково. Не только в нашем муниципалитете, но и в соседнем Лосино-Петровском она ведет свою деятельность. В конце года по традиции подводит итоги работы за 12 месяцев. Расширенное заседание совета состоялось в усадьбе Гребнева. В нем приняли участие представители торгово-промышленной палаты Московской области, администрации муниципалитета, Щелковской городской прокуратуры, а также бизнес-сообщества двух городских округов. Все те задачи, которые ставит перед нами торгово-промышленная палата Российской Федерации, в свою очередь мы, как операторы, да, этих задач и проектов, их транслируем на муниципальные торгово-промышленные палаты. Понятно, что они здесь с большим успехом исполняются. Деятельность палаты направлена на развитие экономики региона, создание благоприятного предпринимательского климата, консолидацию бизнеса для решения важнейших задач государственной политики. И взаимодействие власти и бизнеса играет ключевую роль. В процессе оказания и реализации мер поддержки администрации городского округа Щелково эффективно взаимодействует с правительством Московской области, Министерством инвестиций и промышленности, сельского хозяйства, имущественных отношений и другими. В текущем году создан и продолжает успешно функционировать штаб по защите бизнеса Московской области. Я думаю, вот из присутствующих, я даже знаю, кто воспользовался и этой новой функцией, и, собственно говоря, разрешили те проблемы, которые не могли быть ранее решены в ходе стандартных установленных процедур и регламентов. Большая работа проводится по вопросам соблюдения прав субъектов предпринимательства в рамках межведомственного взаимодействия. В июле 2021 года был разработан и согласован план совместных мероприятий с торгово-промышленной палатой. И с целью реализации этого плана мы с Мариной Николаевной проводим круглые столы, семинары, встречи с бизнесом, на которых не только рассказываем про проверки и про часто выявляемые нарушения закона с целью предупреждения, да, предпринимателей, чтобы они, придя к себе на предприятие, могли посмотреть, все ли у них соответствует букве закона. Но и с целью, безусловно, устранения правового нигилизма, разъяснения действующего законодательства. Ряды Щелковской торгово-промышленной палаты пополняются. На заседании состоялась торжественная церемония награждения, где были отмечены члены команды и партнеры. Представители бизнеса были награждены грамотами и благодарственными письмами администрации муниципалитета региональной Щелковской торгово-промышленных палат. Также предпринимателям, вступившим в реестр надежных партнеров и присоединившимся к антикоррупционной хартии российского бизнеса, были вручены свидетельства. Торгово-промышленная палата городского округа Щелково содействует развитию экономики региона, созданию благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку предпринимателям, находить новые пути для реализации проектов и идей, чтобы наиболее эффективно решать задачи, поставленные перед нами Торгово-промышленной палатой России и Торгово-промышленной палатой Московской области. Спасибо. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.